Что это за игры? Что? Я! Сдохни, тварь! Эй! Скиньте рабы Птолемея! Хабене, Хаамун, Сети Ердеми Эни. С дороги! Я вас прикрою, Неп! Сюда! Неп ранен! Держите их! Я дам сигнал! Стоим стеной! В линию! Задержите! Держись за мной, я все сделаю! Харис. Охранять нашего неба! Держимся вместе! Прочь! Задержите! Я все сделаю! Ты не пройдешь, крыса! Действуем вместе! Нужно спасаться! Да! Сожрать! Да! В линию! Держите! Я дам сигнал! С дороги! Стоим стеной! Я
вместе! Убью тебя! Ugh!
Я аетаю. Релу. Я на гани. Ахер херу? Нужно быть осторожным. Да мне не по себе. Не теряем бдительность. Шаад! Хотепет нефер! Эй! Я усен! Я бы насладился твоей перед смертью. Не убежишь! Вот ты где! Ха. Ты не убежишь! Ага. Увидят, сразу накинутся. Кишки выпущу. Плечам к плечу. Защищайте Кирия. Уйди! Ну! Что? С удовольствием выпущу им кишки. Дороги! Плечам к плечу! Я аетаю. Рэлла? Сетиер деми эни! Сама виновата. Зачем ты прячешь от нас опиум? Что, по-твоему, сделает командир? Послушайте, нам с вами ни к чему враждовать. Ты ведь Маху, верно? Откуда ты это знаешь? Я знаю почти обо всем, что происходит в Кирке. Твоя жена недавно родила. А ты Кавап. Так и есть. Солдаты не слишком много тебе платят. Твоей семье будет нелегко, когда родится ребенок. Как и тебе, Гериор. Я знаю, твой отец болен. Тебе нужна помощь. Всем нужна. Так почему я не рассылаю подарки вашим семьям? Чтобы продержаться еще немного. Хватит! Ладно, как знаешь, но помни, девчонка у нас. Если что, больше ты ее не увидишь.
Нужна помощь? Ты Миджай. Я Меритмаат, старшая в деревне. А, забудь об этих людях. Их посылают сюда солдаты Птолемея. У нас договоренность с их командиром. Опиум и мед в обмен на защиту деревни. Об этом человеке забыть не выйдет. Кто? Они что, кого-то похитили? Ха! Ты настоящий Миджай. Хочешь побыть героем? Они держат ее в лагере неподалеку. Если она жива, отыщи ее. Я верну ее тебе, Меритмаат. А герой я или нет, решишь сама. Ханечеру. Мы сильнее. Уем Хотеп. Сюда меня не пустят. Mm.
Похищенная девушка. Ее опоили, но она дышит. Мне нужно спасти ее. Все хорошо? Тебя опоили? Да. Спасибо. Я... Боги! Командир хотел посадить меня на следующий корабль с опием. Отправить куда-то далеко. Командир? Ты знаешь, где он? Кажется, он покинул лагерь и уплыл. Это все, что я помню. Прости. Ясно. Возвращайся к Мирит-Маат. Постарайся пройти незаметно. Мне тоже стоит пойти к Мирит-Маат. Поговорить с ней об этом командире. Хайе! Decision gerecht. Ахер херу. Яйт неп неферт айну. Сечин! Вот! Награда моя! Бежать некуда! Награда моя! Mm.
Неджай, ты вызволил девочку. Командира не было в лагере. Его нужно найти. Расскажи все, что знаешь. С солдатами и их посланцами можно говорить. Но командир просто безумец. Убийца. С ним лучше не спорить. Он уже забирал другую девочку. Мою дочь. Но ее некому было вернуть. Он убил ее. Сделал это в назидание. Ради моих людей пришлось смириться. Я знаю, как до него добраться. Пойду вдоль реки за лодками с опием. Найду его, и тогда разорву ваш договор. Да направит гор твой клинок, Меджай. Убей эту тварь. Никакой жалости. Он воплощение Сета на земле. Как это случилось? Наш товар — мед и опиум. Солдаты посчитали, что им все это нужно. Однажды они напали на нашу деревню. Тех, кто стал защищаться, объявили предателями и бунтарями. И сразу убили. Выжившие бежали на север. И вот тогда примкнули к мятежникам. Мы шлем им деньги и опиум, когда можем. Командир что-то заподозрил. Он взял еще одну заложницу. Если бы ты ее не спас, он наверняка убил бы ее. Я разберусь с этим убийцей. Обещаю. Я сделала все, что могла. И теперь солдаты больше никого не смогут похитить. Но мы не будем свободны, пока жив командир.
вечеру. Меня не должны здесь заметить. Почему командир терпит Мерит Маат? Это старуха. Я бы давно ее убил. Слышал, как она дерзит нам? Да, заберем остальных ее детей. Станет вежливее. Что ты... Ведомость. Корабль ждут в Мемфисе. Там я и найду командира. Я узнаю этот сладкий запах. Опий. Это тот корабль. Мемфис. Командир, запугивающий жителей Керки, должен быть где-то здесь. Наверное, у причала. Меру, я дереха таби. Стража держит ухо востро.
Смотри, откуда? Эй! Нужна помощь! Мне стыдно убивать такую слабую жертву. Ха-ха! От меня не уйдешь! Вот ты где! Гоу! Эй! Ко мне, братья! Ага, твой нашел. Час пробил. Кишки выпущу. Убийца получил по заслугам. Но что стало с дочерью Меритмаат? Может, она еще жива? Может, даже в Мемфисе? Приветствую. Это ты, дочь командира? Ну да. Чем могу помочь? Это, наверное, прозвучит очень странно. Но поверь мне, твоя мать жива. Моя мать? Меня бросили еще ребенком. Не может быть! Кто ты такой? Прочитай, пожалуйста, вот это. Не спеши. Хорошо подумай. Твоя мать в Керке, это на юге. Она скучает. Если вернешься к ней, передай, что ее друг Миджай совершил свой подвиг. Но!
Увидят, сразу накинутся. Чиру. Ахем. Ахергеру. Что? О. Так. Наготове. Надо быть начеку. Oh!
там? Эй! Ты что, пьян? Hmm.
Попробуй это! Ты умеешь этим пользоваться? Сдохни, тварь! Самомнение. Что? Ты не чета настоящим воином. Я убью тебя! Буду стрелять! Выдыхаешься? Вот ты где! Эй, что? Твое время вышло. Мы закончим быстро. Сейчас подстрелю. Я его убью. Тревога! Вторжение! Что? Дерьмо! Догнать, тварь! Эй! Непослушных детишек наказывают. Thank you.
Я убью тебя! Что-нибудь? Что? Ты не чета настоящим воином. Сдохни, тварь! Умеешь этим пользоваться? Тебе здесь не рады. Непослушных детишек наказывают. Я убью тебя!